Видно? Пока нет, пока нет. Ну как, он у меня выведенный. Вот сейчас я его свернул, он у меня внизу. А его не Вот. надо. Он у вас все время должен быть открытым на экране до того, как вы нажмете демонстрацию. Добрый вечер. А как же я Здравствуйте. тогда... Сейчас я уберу его. Как Так, же вы я знаете. тогда нажму демонстрацию? А, ну, поменьше сделаю. Демонстрация вот здесь на экране кнопочка. Подождите, то есть сверните вот сейчас браузер ваш, то есть вот эту вот интернетовскую, сверните просто, не закрывайте, а просто сверните. Но. Тогда откройте ваш файл, Ну чтобы он вот был он. на рабочем столе. Открыт. Вот он на экране у меня сейчас. А, сейчас, Так, хорошо. Вот. но вы не свернули браузер. Вы не свернули браузер. Я же вас вижу. Убрать его вообще, что ли? Нет, ну Вот так. этот Не видите. минус, А как я чего минус. нажму? А? А как я чего нажму-то, если я его свернул? Нет, ну если он, ну, у вас сейчас открыт на этот файл ваш на рабочем столе? На экране Или он вы открыт. открыт? Хорошо. Нет, ну мы его не видим, значит, вы его неправильно открыли. Нет, я пока Мы еще должны демонстрацию, вместо. погоди. Вот я Ну сейчас вас хорошо. вижу. Хорошо, давайте демонстрацию нажимайте. Где она есть? Внизу, внизу, на экране, внизу. Я его сделал маленьким. Хорошо. Вот, теперь вижу. Демонстрацию, но. Нажимайте. Нажал демонстрацию. Что, окно нажимать? Да, и там ищите свою открытую, открытый файл. Где он? Может, этот? Да, вот этот. Ну, нажал на Нажимайте. него. Нажал. И внизу поделиться написано. А, вот еще и поделиться. Вот теперь Видно? видно. Вот теперь мы видим. Понятно. Ну ладно, Бог даст. Ладно, теперь выходите. Теперь выхожу. Закрыть доступ, да, вот это назад Да. Угу. надо. Демонстрацию снова нажать или что? Или А? файл? Нет, и пока все. То есть начинать-то я буду. Понятно. Ну, короче, у меня это вот он сейчас у меня на экране сбоку там где-то. Ладно, Короче, посмотрим. он не показан, и, в общем, ладно. Но Более ничего нет. вы прервали демонстрацию, да? Да. Хорошо. Так, Роман Анатольевич, запускайте зрителей. Нам пора. Я вас не понял, куда я их должен запускать? Вы говорили, что вы их подключите. Я их никуда не должен подключать, они заходят по ссылке. Да, то есть, но там не надо дополнительно Не вашего. надо. А, хорошо. Ладно, интересно, там кто-то будет, не будет? Ну, я сейчас вижу на кнопочке в эфире, я вижу, что у нас 6 зрителей. А, ну уже И в хорошо. эфире. А, то А, мы их мы не уже... видим, да, но они где-то есть. Они где-то, наверное, есть. Ну Понятно. что, тогда начинаем. Никто не против? Так. Уважаемые коллеги и уважаемые конкурсанты, мы рады начать новый сезон конкурса поэтического перевода, который мы называем «Поэзис». Это у нас уже третий, теперь уже всесоюзный переводческий конкурс для обучающихся в высших учебных заведениях. Мы рады, что этот конкурс вызывает интерес. Уже третий год к нам поступают заявки, и поэтому мы очень этому рады. Сегодня вас приветствуют Сергей Анатольевич Степанов. Это наш
председатель жюри, председатель, который является сам профессиональным переводчиком поэзии и, кроме того, преподавателем, доцентом Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Наталья Александровна Абиева, то есть это я участвую в жюри и являюсь модератором конкурса, то есть принимаю заявки, отвечаю на все письма, организую всю работу и координирую работу нашего жюри. Помимо нас двоих, вы можете видеть Ольгу Вячеславовну Быкову, которая к нам присоединилась. Это моя коллега, тоже по кафедре теоретической и прикладной лингвистики БГТУ ВНМЕХ. А кроме того, у нас в жюри есть Александра Викторовна Глебовская, очень активно работающий как переводчик художественной литературы и как преподаватель перевода в нескольких вузах и так далее. У нас данное мероприятие совместное с Ассоциацией преподавателей перевода. И мы успешно, поскольку мы партнеры, мы успешно вот занимаемся этой работой, этой деятельностью не первый год. Мы считаем, что наш конкурс отличается несколько от других аналогичных конкурсов тем, что, во-первых, мы проводим его в два этапа. Отборочный этап и основной этап, потому что мы считаем, что раскрыться переводческому таланту на переводе лишь одного произведения достаточно сложно. Кроме того, мы на первом отборочном этапе как бы отсекаем людей случайных, потому что иногда, к сожалению, у молодых ребят есть такое представление о переводе, особенно поэтическом, что это такое хобби, которое подвластно всем. Это не совсем так. Ну и ко второму этапу конкурса мы допускаем уже ребят, которые действительно показывают какие-то интересные работы, интересные результаты. Еще отличает наш конкурс то обстоятельство, что параллельно с заданиями, которые выполняют наши конкурсанты, мы организуем семинары. Семинары именно обучающие. И стараемся показать на разных примерах, как надо переводить, как не надо переводить поэзию. Ну вот и этот год у нас не исключение. И сегодня мы проводим первый семинар. На следующей неделе будет семинар, который организует наша французская секция перевода, которые тоже активно второй год включились в работу нашего конкурса. Ну и вы видите тему первого семинара, который мы сегодня решили запустить. Это тема «Поэтический перевод искусства или ремесло». Это серьезный вопрос, и проблема, надо сказать, постоянно обсуждаемая на протяжении уже многих, не то что десятилетий, а столетий, в творчествах и в культурах разных государств. А я решила представить на первом слайде парадоксы перевода Теодора Сейвори, очень и широко известные. Это американский лингвист, переводчик, который в 1968 году вот сформулировал такие парадоксы, то есть полярно противоположные точки зрения на то, как надо переводить. Я не буду цитировать все эти парадоксы, при желании вы все это можете сделать самостоятельно. Я хочу обратить ваше внимание на последние две строчки, два утверждения, которые противопоставлены друг другу. Стихи следует переводить прозой, стихи следует переводить стихами. С точки зрения человека русской культуры, пожалуй, что этот парадокс воспринимается
удивленно. Да? Нам это удивительно, потому что для нашей культуры, для нашей словесности поэтический перевод всегда был неотъемлемой частью нашей культуры, русской культуры. И на самом деле это наше богатство. Это та традиция, которая зародилась очень давно, и она существует уже по меньшей мере 3 столетия, начиная с Ломоносова, Тредиаковского, Жуковского, которого вы видите на экране. Для нас поэтический перевод, перевод стихами – это абсолютно естественное явление, что на самом деле не так, например, для французской культуры и перевода. Александр, прощения. А вот на экране у меня, по крайней мере, не ваши слайды, а только первый самый. Может, да, не... спасибо, что сказали. Попробую может сейчас. Может быть, надо как-то показывать их-то каждый? Сейчас попробуем. Спасибо, что сказали. А так, видно что-то? Так вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Так. Беда, беда. Сейчас попробуем. То есть не двигаются эти самые слои. Наталья Александровна, вам надо включить не демонстрацию окна, а раз у вас презентация развернута на весь экран, вам надо включить демонстрацию всего экрана. Не, но все равно они двигаться должны. Вы же пытались двигать их как-то? Хорошо, сейчас я попробую. Ну, только первое было. Ну-ка попробуем весь экран. Весь экран, он мне ничего не показывает. Так, сейчас я еще раз попробую. Либо презентацию вы не разворачиваете во весь экран, а у вас слева слайдики, и вы переключаете их вот так руками. И тогда мы видим это. И... Вот так видно Жуковского. Да, вот так. Видно Жуковского. Спасибо большое. Сейчас посмотрим, надеюсь, что пойдет дальше. Да. Итак, я возвращаюсь к ситуации, о которой начала говорить. Во французской культуре, в традиции перевода, французы достаточно рано, еще в 17-18 веках, утвердили такую позицию, что стихи полноценно передать стихами на другой язык в принципе невозможно. И поэтому там очень долго существовала традиция именно подстрочного перевода. Ну, как я говорила, для нас это действительно очень странно, но такова ситуация. А зато у нас с поэзией все совершенно иначе. И мы можем гордиться вот этой давней, очень богатой традицией. И одно из имен, которое я хочу сегодня процитировать, это Василий Андреевич Жуковский, который сформулировал очень такое емкое, лаконичное высказывание о работе переводчика. Переводчик в прозе – раб, в поэзии – соперник. Это как раз имеет прямое отношение к тому, к той теме, о которой мы сегодня хотим поговорить. Поэтический перевод – это что, искусство или это ремесло? Вот переводчик в поэзии – соперник – это как раз один из ответов, который дает в данном случае Жуковский. Еще 3 цитаты тоже наших очень важных представителей русского перевода. Переводчика творца только именем разнится. Да? То есть опять Тредиаковский, еще раньше, чем Жуковский, высказывает такую точку зрения, что переводчик играет очень важную роль в формировании отечественной культуры. Опять же, еще одно высказывание Жуковского. Переводить стихотворца может один только стихотворец. Переводчик стихотворца есть в некотором смысле сам творец оригинальный.
И, наконец, Валерий Брюсов, это уже 1905 год. Стихи, переложенные прозой, даже хорошей прозой, умирают. Умирают. То есть вот эти великие люди, великие переводчики, они заложили вот тот камень в основании нашего поэтического перевода, который дает нам возможность вот наслаждаться теми плодами их работы, которые мы имеем и которые теперь не отделить вообще от нашей культуры в целом. Тем не менее, говоря о том, что такое поэтический перевод, мы должны с вами учитывать, что стихи – это особая материя. Кстати, это выражение сказал в свое время Ефим Эткинд, один из очень известных литературоведов и специалистов по теории стиха. Материя стиха, да, материя. То есть это гораздо богаче, нежели просто какой-то отрывок текста. Стихи и проза, да, лед и пламень. Чем отличаются стихи от прозаического текста? Поэзия – это тоже художественный текст, художественный, но он строго упорядочен, он структурирован. И структурирован на разных уровнях этого текста. Во-первых, это фонически, то есть на звук. На звук – это относительно упорядоченные отрезки, которые повторяются, ударные, безударные позиции, маркированные, немаркированные элементы текста, которые ритмично воспроизводятся на каком-то отрезке поэтического текста. При этом стихи могут отличаться от... Вот парадокс поэзии и прозы заключается в том, что и там речь. Речь, которая использует одни и те же слова, существующие у нас в русском языке. Но то, как они используются, да, радикально изменяет смысл поэтического текста. Сейчас мы это еще обсудим чуть-чуть подальше. Ну вот, например, в поэтическом тексте, так, посмотрим, да? Я взяла сравнительно небольшое стихотворение, балладу Эдгара Аллана По, которая называется «Эльдорадо», чтобы показать некоторые вот параметры, по которым мы сразу воспринимаем данный текст как стихотворный, как поэтический. То есть, во-первых, это даже на графическом уровне. На графическом уровне мы видим так называемый поэтический столбец, который четко регулирует пространство, на котором он расположен. При этом членение этого текста на четыре строфы, да, повторяющиеся строфы, уже можно говорить о том, что задают определенный графический ритм, который, несомненно, в свою очередь тоже дополняет какой-то очень важный элемент. Ефим Эткинд в одной из своих работ вообще говорил о том, что в поэтическом тексте можно выделить до 17 уровней ритма. Это самые разные элементы, маркированные и немаркированные, которые в совокупности вот создают полифонию, ритмическую полифонию текста. Это, естественно, метрические единицы, ударные и безударные слоги, стопы. Это повтор пауз, конечных и паузы, которые находятся в середине. Это рифмические цепи, которые тоже содержат определенные повторы. Это лексические повторы, это синтаксические повторы, которые могут встречаться в тексте. Это фонетические повторы. То есть если внимательно изучать поэтический текст, то обнаруживается, что он многомерен даже на уровне ритма, который содержится в нем.
Ну вот, если посмотреть на, опять же, эту поэму, то уже даже на графическом уровне мы видим, как в строфах воспроизводится чисто длина строки. Да? Две начальные краткие и две последние краткие, а вот середина длинная строка. Причем это наблюдается везде. Это можно видеть по рифмам. Для этого интересно посмотреть на структурное образующее слово shadow, которое повторяется во всех четырех строфах и так далее. То есть все это говорит о том, что поэтический текст поразительным образом настолько... Он существует как бы в параллельных пространствах одновременно. И вот в данном случае я хочу привести одну цитату из Юрия Казарина, это специалист по поэзии и литературе, который очень хорошо формулирует эту специфику того, что такое поэтический текст. Литература и поэзия – понятия разграниченные. И часто даже поэзия не включается в литературу. Литература – это прежде всего линейное письмо, линейная горизонталь. А поэзия – это нелинейное мышление и письмо. Это вертикаль. Литература состоит из жанров, поэзия – вне жанра. Это такое тоже парадоксальное определение, может быть, немножко... отличающиеся от канонических традиционных подходов к тому, что такое поэзия. Но в данном случае это вот поразительная фраза, которую я выделила здесь. Поэзия – это нелинейное мышление. Да, проза линейна, преимущественно линейна, даже если мы берем прозу, написанную техникой потока сознания. А вот поэзия – это всегда нелинейное мышление. И это надо иметь в виду, когда мы работаем. А возвращаясь к тому, какое значение имеет в тексте слово. Любой текст, как мы с вами знаем, он рассматривается обычно в двух ипостасях. То есть это уровень содержания текста, его контент и форма текста, формообразующие элементы текста. В поэтическом тексте мы только что видели, различные элементы формы играют очень важное значение. Они ярко, выпукло выделяют поэтическое произведение и отделяют его от всей другой литературы, как только что мы зачитали, говорил Казарин. Но и уровень содержания поэтического текста тоже отличается весьма от того, что мы обычно встречаем в поэзии. То есть вот Сергей Гончаренко, один из переводчиков, известных переводчиков, к сожалению, не так давно ушедший, и в том числе литературный критик, он очень, на мой взгляд, справедливо говорила об этом. С одной стороны, в поэтическом тексте, казалось бы, используются те же слова и выражения, что и в практической речи. Но благодаря специфической организации стихотворения здесь кардинально меняется сам механизм смыслообразования. То есть и дальше. Слово приобретает совершенно другой смысл. Он ссылается на слова Михаила Бахтина. «Только поэзия выжимает все соки из языка. И выжимание этих соков происходит благодаря тому, что поэтический текст, спрессованный ритмической, фонической, метафорической системой, образует как бы особый, сверхсмысловой плазменный сгусток». То есть вот такая плотность семантическая, плотность содержательная достигается в поэтическом тексте соположением как самих слов,
так и вот теми системами, которые мы только что перечислили, ритмической, звукописью и образностью. Тынянов еще обратил на это внимание довольно давно, и он, это ему принадлежит вот эта знаменитая фраза о тесноте и единстве стихотворной строки. И где-то он еще повторял: теснота стихотворного ряда. Да. Теснота. Пространство небольшое, слова, которые используются в этом небольшом пространстве текста, все наделены особым смыслом. То есть они настолько оказываются вовлечены в определенные отношения, что могут одновременно означать одно и то же и не одно и то же. То есть они, с одной стороны, вбирают в себя основные значения слов, которые мы знаем по обычной речи, которую мы все употребляем, но при этом они еще вбирают в себя значения близлежащих слов. То есть вот та самая горизонталь и вертикаль. То есть здесь нет последовательной цепочки высказывания, к которой мы привыкли. Здесь работают слова, и стоящие на две строчки выше и на две строчки ниже, сплетаясь во что-то единое целое, образуя вот тот эмоциональный, метафорический, образный сгусток смысла. Что в итоге? Что делать переводчику? Да? Мы только что с вами выяснили, что поэтический текст – это очень сложно устроенная материя. И говорить о поэтическом тексте можно и как на уровне содержания, и на уровне формы. Но мы только что говорили о том, что это неразрывно. Что же делать переводчику? Анализировать. Как анализировать? Ну, на этот счет уже существует немало рекомендаций. Рекомендаций по так называемому предпереводческому анализу. Здесь я привела предпереводческий анализ, который описала Кристиана Норт. Это очень известный европейский переводчик и теоретик перевода. Ну, можно встретить и у нас Ирина Сергеевна Алексеева, тоже очень известный наш переводовед и практикующий переводчик, тоже создала свою предпереводческую систему анализа. Они, в принципе, перекликаются, эти две системы. На что следует обращать внимание? Ну, во-первых, говоря о извлечении смысла из слов, да, понимания текста как содержания, необходимо, конечно, работать на двух уровнях. Это экстралингвистические факторы, то есть это то, что отсутствует в самом тексте. Кто такой автор текста? Это известный в прошлом поэт, это сегодняшний начинающий переводчик. Это автор, который оставил яркий след в своей культуре и так далее. Что хотел сказать автор, да? С какой целью он создавал? Кому он адресовал этот текст? Как этот текст построен? Да? Где он создавал этот текст? В какое время он создавал этот текст? И так далее. Это вот все относится, собственно, не к самому тексту, а это еще вокруг текста. То есть, получая текст на перевод, переводчик прежде всего должен узнать все о том, а кто этот автор, где он жил, живет, как он живет, на каком языке он разговаривает, где его родной язык, не родной, каких взглядов он придерживается, что он написал в целом. Какие у него литературные, скажем, взгляды или какие связи между поколениями он передает. Это вот все относится к экстралингвистическим факторам.
А второй уровень – это лингвистические факторы. Здесь мы работаем уже вооружившись информацией о самом авторе, да? Мы работаем непосредственно с текстом. Вот здесь мы анализируем и тему текста, как раскрывается содержание, в какой последовательности, какова структура текста, есть ли в тексте невербальные компоненты, как они соотносятся с вербальными компонентами, какой лексический состав у этого текста, какие слова повторяются, какие образуют синонимический ряд, антонимический ряд, тональность текста, синтаксические особенности текста. Это все классические два подхода. В поэтическом переводе обязательно анализ третьего уровня. Это особенности стихотворной формы. Твердый, нетвердый жанр, тип строфы, размер, тип рифм, система рифмовки и так далее. То есть вот все то, что образует в классическом европейском стихе вот те формы, которые мы с вами знаем. Вот это то, что можно отнести к так называемым обязательным элементам, на которые надо обращать внимание переводчику. Но я бы хотела закончить вот свою часть речи, обратив ваше внимание на то обстоятельство, что стихотворный перевод – это не есть поэтический перевод. Стихотворный перевод – это умение владеть вот как раз особенностями стихотворной формы. Это замечательно. Это владение ремеслом. То есть знание, что такое ямб, что такое хорей, что такое амфибрахи, в каких соотношениях они находятся, как выстраивается в английском тексте рифмическая цепь, а как она может выстроиться в русском языке или не может выстроиться так же, как в английском оригинале. Это все ремесло. А поэтическим перевод станет только тогда, когда переводчик сможет, вот по словам Жуковского, да, стать соперником автору и сможет переводить не слова, не структуры, слепо им следуя, а переводить впечатление, образ, вот то послевкусие, которое остается у самого переводчика от прочтения произведения в оригинале. Я высказала свое отношение к тому, что такое искусство или ремесло в поэтическом переводе. А сейчас Сергей Анатольевич Степанов нам покажет на практическом материале, что же это за третий уровень анализа? Но я думаю, что Сергей Анатольевич и второй тоже затронет. Без этого нельзя. Я права, Сергей Анатольевич? Без всего нельзя. Без всего нельзя, конечно. Да, попробую, я согласна. Значит, попробую открыть демонстрацию в очередной раз. Так, окно, да? Да. Окно. И что? Нет, наверное, лучше этот, во весь экран. Вот там лучше попробовать. Весь экран. М? Хорошо. Хотя понять не могу, где мое. Это что? Это не это. Ваш экран видит. Никто ничего не видит. Никто ничего не видит. Так, а как в прошлый раз получилось? Так, так. Открыть демонстрацию. Вот файл не открыл. Так, еще раз. Демонстрация. Угу. Демонстрация. Весь экран. Ой. Делит. Ничего не видно, да? Нет. Ну, не знаю. Точно. Может быть, просто окно? Ну, попробуйте. Это файл. Демонстрация.
Окно. Просто раз окно вроде получалось. Угу. Удалить. Видно, да? Да, да. Видно. Так, сделаю я это во весь экран. Видно, да? Видно. Ну, отлично, поехали. Что-то я решил немножко помочь участникам конкурса, и вот техническую сторону стихотворения, которое вынесено, все-таки разобрать. По одной простой причине, что итоги вот двух предыдущих конкурсов показали, что владение вот этим самым ремеслом и поэтической техникой находится, ну, на каком-то не весьма высоком уровне. И просто хочу попробовать лишний раз вот про это, про все рассказать. Именно про это. Потому что без этого никуда, будь ты хоть там творцом десятого порядка, но если ты стихотворным ремеслом не владеешь, вот стихотворца может переводить только стихотворец, что там Жуковский сказал, ну, все-таки никуда не деться. И для начала хотелось бы, чтобы, ну, стихотворение было стихотворением, каким положено. Есть такая знаменитая история про художника Репина. Когда к нему молодые художники приезжали вот в Репино, тогда это называлось Кокола, по-моему, Кокола называлось у нас в области поселок, поговорить о высоком искусстве живописи, то он им давал листик бумаги и говорил: вот я сейчас с друзьями схожу погуляю, а вы пока мне нарисуйте лошадку, просто лошадку. То есть, если вы не умеете рисовать лошадку, ну, о чем разговор, то и говорить не надо. Вот. Ну, вот и хотелось бы, чтобы наши участники тоже, ну, хотя бы лошадку умели рисовать. Не будем говорить о высоком искусстве, хотя бы лошадку. А там, может быть, и до искусства когда-нибудь доберемся. Вот это стихотворение стало быть Уолтера Ролли. Ну, как-то сейчас принято вроде его называть Ролли. Не Релли, не Рейли, не Релей и так далее. Я начну даже не сначала, а просто демонстрировать, попробую продемонстрировать, ну, что-то. Вот, чистый пятистопный ям. Скажем. Чистый пятистопный ям. Значит, ну, и еще раз, лишний раз хочу сказать, то большую помощь по этой части оказала бы вам книга Ефима Эткинда, уже помянутого, которая называется «Разговор о стихах». Там очень доступно и популярно рассказано о том, что такое стихи и как они устроены в таких более или менее простых терминах. Бывает и посложнее, скажем, какая-нибудь теория Холшевникова, но это уже... Я думаю, что это особенно здесь не нужно. Не специальное стиховедение, а просто понимание, какого размера каким размером написано стихотворение, ну и какие-то особенности элементарные. Вот, строчка, значит, вот это. And like John Kurt, чего там, Kurt, tends, да? Написано, я написал цезура, when the play is done. Вот здесь, and like John Kurt, tends when the play is done. Ямб. Первая стопа двусложная, первый слог безударный, второй ударный. Вот здесь все так и устроено, абсолютно точно. И в данном случае английский ямб целиком и полностью совпадает с русскими понятиями о ямбе, о наших стихотворных размерах, которые ввели Тредяковский и Ломоносов. То есть чистые двусложные стопы, они и по-английски таковы. А здесь есть пауза, которая называется цезура. And like drawn curtains, пауза, when the play is done. И эта цезура существует во всех строчках. Я ее так покрасил в разные немножко цвета, потому что обычно после второй стопы черненькая покрашена. А красненько я покрасил 2,5 стопы. Видите, так что слово даже там разбито на 2 стопы. Ну, а читается это все подряд, естественно. Но пауза имеет место быть.
Что здесь еще можно сказать, раз уж эта строфа, конец здесь? По поводу системы рифмовки. Видно, что она парная. Там-дан, рест-тест. Парная рифмовка по всему стихотворению. Рифма точная абсолютно. Соответственно, и стихотворение старое. Ну и понятно, что тогда неточно не было принято рифмовать. Русская неточная рифма – это достижение, скажем, уже русской поэзии, по сути дела, уже 20 века. Вот. А раньше там пушкинский стих, или там второй половины 19 века – точная рифма. Любая другая – это было уже плохо. Тем более вот это 17 век роли. Так что не надо рифмовать не точно, без большого горя. Мне приходилось общаться вот с молодыми поэтами и переводчиками, показывали свои стихи, и все там есть желание как-то изысканно срифмовать, не точно. И, в общем, жуть какая-то получается. В этом стихотворении не надо такого делать совсем. Да и в следующем, который потом пойдет, тоже не надо. Точная рифма. С рифмой все понятно, с размером здесь все понятно. И все зелененько – это ям. Вот черная цезура, да, ниже две строчки. А после второго – that's playing, post, we. Да, and then we die, хотя тоже там после двух с половиной гуляющие. And then we die, пауза, and on us nothing right. Абсолютно четкий размер. Теперь хочу показать некоторые админы. Хорошо. Угу. Кое-какие особенности. Ну вот, скажем, строчка вот эта. Who sits and views. Уж не знаю, как это там произнести. Whosoever does act miss. Does a miss. Значит, вот зелененькое все ям, а вот это whosoever, как хочешь, так и читай. Надо бы читать, видимо, по слуху, как ям. Специально ever, да, вот это v, e убрали, и получается whosoever, вы как-то вот так, под ям. То есть какое-то сжатие происходит. И для английского стиха это нормально. Тем более вот такие приемчики со всякими апострофами помогают. Да, остановлюсь. Я хотел несколько маргинарий, Наталья Александровна, сказать по поводу вами рассказанного. Значит, вот Жуковский говорил, переводчик в прозе раб, совершенно не согласен, никакой не раб. И проза, конструкция, организованная куда, по другим законам, но куда сложнее, и такой же соперник, абсолютно. Такой же соперник, ничем не отличается, кроме как стихотворной техники. А конструкции там запредельно сложные бывают. Бывают. В современной прозе, да. Бывают, да. То есть и без сотворчества никуда там никакой не раб. Никакой не раб. Вот. Кто еще? А, Брюсов. Брюсов ужасный переводчик. Я ему просто ни слова, ни полслова не верил, чтобы он там не сказал. Переводил он ужасно. Можете все пронаблюдать сами. И Блейк, и Эдгара По, и это кошмарики. Вот, равно как и Корней Иванович Чуковский, еще тот переводчик. Вот, что они там говорили, все это очень мило, но не надо. Жуковский, да, хотя вот тоже не раб. И проза, в прозе не раб. Хотя я не особенно люблю переводить прозу, но тем не менее, там все очень сложно. Так, поехали дальше. Значит, вот встречаются такие вот whosoever, как их там читать. Но, тем не менее, это все равно английский ям. Ведь в основном ямбические строки. Стало быть, это ям, он и есть. Не надо тут слепо повторять какие-то лишние слоги, которые в английском ямбе встречаются. Вот, чуть повыше. Вот смотрите, the earth, the stage, пауза. Heaven – the spectator is. Вот heaven – это хорей. Правда? Heaven. Да. Можно, конечно, это читать как один слог, heaven, а можно и как два.
или have the, что ли. Видите, какой стык? The spectre. Опять три слога. Так, если их скандировать, the spectre. Три слога. The spectator is. И все равно я, хотя, по сути дела, здесь анапис, если по-русски смотреть. Но все это сглатывается, и по-английски нормально. Читается. Не надо этого повторять. Что тут еще? Ну, рифма туда нормальная. Из и мис. Еще раз обращаю внимание. С одной стороны, звонко с. Из и мис. Да? Но по глазику из. Да? Рифма. По сути дела, глазная рифма. По звуку это, в общем-то, разные вещи. Из и из. Правда? Созвучие, конечно, есть глухая и согласная. Но для английского глазика и поэзии это совершенно точная рифма глазная. Биди. Обращаю ваше внимание на эту, по русским понятиям, плохую рифму. Она совершенно бедная. Только и совпадает. А опорная согласная в одном случае б, в другом случае д. Да? Разные. Но это для английского стиха совершенно точная рифма. И рифмовать здесь нужно по-русски абсолютно точно. Вот. Ну, кто может побогаче, кто не может не очень побогаче, но это нормальная в переводе должна быть точная русская рифма, равно как и по-английски она абсолютно точная. Опять же, всякие дифтонги. Вот the towering houses be, да? Все-таки вот этот house, да, ау, дифтонг, такой же полтора как бы слога получается. Все равно считается, что это один слог. House. Хотя вот это продление, протяжка имеет место быть. Опять же, вот смотрите, where we are, да, where we, она, что за звучит? Where we adjust, да? Вот читается where we adjust. Вот adjust это я. А where we, да, все-таки это хори. По сути дела, хорическая стопа. Первый слог ударный, вторая безударная. Но в ямбе английском это сплошь и рядом. Не влияет. И получается по-английски это красиво. Красиво. А по-русски будет некрасиво, будет несовершенство. Повторять этого не надо. По крайней мере, такова уж традиция. Ямб так ямб. И все вот эти выверты английской системы стихосложения, которая отличается, как видите, от нашей. У нас система силлабо-тоническая. Мы считаем слоги и ударения. А они, по сути дела, в первую очередь считают ударения. Ну и во вторую очередь слоги тоже как бы считают, но уже это несколько, немножко маргинально, скажем. Ну, если позволите, я тоже объясню немножко, почему так происходит. Казалось бы, да, вообще ямб – это доминирующий размер в английской классической поэзии, начиная с Чосера. Но при этом вот именно такие стопы отдельные, хореические или анапист иногда проскакивает, или другие единичные случаи. Они именно вот стихотворение написано полностью ямбом пятистопным, да, но встречаются вот такие отклонения. Это объясняется тем, что в английском языке очень много предлогов, артиклей, служебных слов, которые непонятно как тонировать. Вот из-за этого происходят вот такие вещи очень часто. Ну, вещи достаточно красивые, но кроме того, есть, конечно, стихотворный размер, дольник, да? Где идет смешение двух сложных стоп и трех сложных стоп. И, по сути дела, это по-русски дольник – это трехсложник с выбитыми стопами в отдельных трех. Где-то две, где-то три. Бывают... По определенной системе это делается, бывает нет. Тоже очень красивый размер дольник. И многие... Но он появился позднее. Дольник появился позднее, конечно.
не в 17 веке. Нет. А размер тоже очень красивый такой, гуляющий. Вот. А вот это меня очень повеселило дальше, вот эти строчки. Ну, во-первых, what is our life, да? По сути дела, опять же, хорей, первая стопа. И вот если читать так, what is our life, the play of passion. И по сути дела, так по уху, это четырехстопный ямб. Да? What is our life, what is our life, the play of passion, passion. И все, проглотили, четырехстопный ямб. А все же я думаю, что это пятистопный ямб. Причем тогда, если это четырехстопный ямб, тогда смотрите, что получается. Passion рифмуется с division. Вроде бы уж совсем не рифма. Но если считать это пятистопным ямбом, как все остальные стихотворения, то получается, что все замечательно срифмовано. Сион, сион. Видите? Обалдеть. Прекрасный пятистопный ямб с глазной рифмой. Вот. То есть тут тоже надо делать пятистопные ямбы, слава богу, потому что места и так мало, не хватало еще залезать здесь в четырехстопные ямбы. Вот, собственно говоря, по этому поводу, по поводу этого оригинала я сказал. Теперь хочу веселую демонстрацию. Сергей Анатольевич, простите, пока вы не начали разбор, я хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям. Если у них есть вопросы по структуре того задания, которое вы сейчас разобрали, можно писать их в чате. Мы прочтем и ответим. Все. Хорошо. Можно продолжать? Да, спасибо. Поехали тогда дальше. Дальше я в поисках переводов этого стихотворения русских и вообще напоролся на украинский занятный перевод, ну и на перевод другого стихотворения Уолтера Роля. Вот оно, таково время. И перевод на украинский, который кое-что на нем занятно показать. И просто текст милый такой. Значит, что тут наблюдается? Во-первых, по рифмам, да? Крутий, надий. Ну, все нормальная рифма. А что тут? Мандревник, дарик. Тоже рифма нормальная. Не будь тя, верю я. Да? Вот это уже бедная рифма. И, скажем, я и меня, ну, это очень хилая рифма. Ну, худой конец. По-русски, допустим, да? Не будь тя, потому что ю-я и тя. Ну, есть, конечно, созвучие. Рифма бедная. Ну, лучше бы не надо по-русски так рифмовать. И вот еще что тут? Рифма, вот. Счастливее и могиле. Вот это уже, я понимаю, как графоманскую рифму. Что это за? Одна гласная. Счастливее и могиле. Не годится. Не годится. И так рифмовать тоже не надо. То есть это вот человек вот эту лошадку рифмовать не умеет, хотя я посмотрел другие переводы, там все нормально. И вроде там и теоретик какой-то очень известный украинский товарищ, как-то и Ржевская, вот, Валентина Сергеевна Ржевская, специалист, там переводчик, все на свете, теоретик. Но вот и теоретик вот так вот не к лицу рифмовать. Так, что еще? Вот тоже еще милое стихотворение. А, ну вот оно на украинский переведено. Ну, и, слава богу, я думаю, оно не помешает. Тем более, что участники все могут залезть в интернет, найти все переводы, и русские, пожалуйста. Никто этого не запрещает. Другое дело, что воровать не надо по мере сил, откровенно. Так же, как ВКР, который проверяет всякая программа. Но тут и без программы, понятно, поскольку поиск не очень обширный, чтобы там обнаружить. Так, что тут за рифмы? А, вот рифмы. Чутив, мотив, прекрасно. Нене, сцене, глядач, невдач, земля и дня. Вот опять пошла плохая рифма, слабая, земля и дня. Потому что все-таки ля и дня, ну, что это за рифма? Никакая не.
Ну, Грайнера. Вот так желательно тоже не рифмовать. Ну, это называется переклад по-украински перевод. Вот. Ну, собственно говоря, вот я и закончил. Видите? А русские не будете? Русские переводы разбирать, конечно, нет, не буду. Угу. Это можно там разбирать, на когда разбор полетов будет. Нет, сейчас. Хорошо. Хорошо. Я хотел показать только вот технические какие-то вещи. Что такое ямб? И что такое нормальная рифма? И какие прибамбасы бывают в английском стихотворении? Да, в английском ямбе, который и требуется для данного стихотворения. Вот. Что такое цезура, пауза? Какие рифмы? Спасибо, вот. Сергей Анатольевич. Пока вопросов я не вижу. Нам пока не задают. Но, наверное, мы можем сказать, что Сергей Анатольевич постоянно ведет семинар поэтического перевода по субботам, да, Сергей Анатольевич? Сейчас по понедельникам. Закрываю, да? Закрываю доступ. Это что я закрыл? Непонятно. Сейчас по понедельникам, да? В котором часу? Сейчас я... Значит, нужно, адрес мой электронный можно дать, Наталья Александровна? Хорошо, это я сейчас скажу, да. На ассоциацию написать. Только, ну, нужно связаться с нашим старостой, который, я не занимаюсь этим, рассылку осуществляет. И, по крайней мере, пока это понедельник. То есть уже участники договариваются, когда им удобно, сами. И все это время от времени меняется. Понятно. Понедельник, а сколько же? 7:30, вот сейчас. Понятно. Это онлайн-семинары. Да, это онлайн, пожалуйста. Да. Сергей Анатольевич ведет их абсолютно бесплатно, поэтому все, кто действительно заинтересованы в том, чтобы овладеть ремеслом, что не есть плохо, да, могут присоединиться к этому семинару. Вот Сергей Анатольевич это... Да, пока только мы, и если присоединяться по этой переводчике, я буду только рад, потому что в основном там стихи мало кто переводит, но как-то мало показывают. Сейчас пока идут всякие прозаические переводы. Вот. Но если вы предложите свои переводы, разумеется, не конкурсные, то все это можно разобрать и послушать, когда будут поэтические переводы других участников, разборы там и так далее. Общее обсуждение. Участвуют все. И все обсуждают. Так и учат. Другого не дано, к сожалению. А к нам поступил вопрос, кстати сказать. Пишет Давай. Дарья Ша. Благодарю вас за выступление. У меня возникли вопросы не совсем по структуре. Какие авторы в англоязычной литературе писали о поэтическом переводе? Почему Чуковский плохой переводчик? И как понять, что рифма бедная? Хорошо. Что такое бедная рифма? Да, начнем. Это просто рифма, где есть кое-какое созвучие. Вот меня и я, созвучие есть. Но рифма бедная, потому что можно ведь рифмовать меня и звеня, то есть совпадающие опорные согласные. Вот это уже приличная рифма, богатая рифма. Понятно? Вот это бедная рифма. Писали ли англичане по поводу перевода? Меня это не очень, честно говоря, меня это не очень интересовало, перевода на английский язык, но, наверное, писали, господи, этих там... Писатель миллион, а зачем вам? Вы собираетесь переводить на английский язык? Это просто преступление. Стихи, литературу художественную переводить на английский язык, не будучи носителем этого языка, вы только можете себе представить, какая жуть получится, учитывая то, какая жуть, как правило, получается при переводе на ваш родной язык. Понимаете? А вы там даже не носитель. Да вы по узусу там столько наврете, то умереть не встать. Это же не научная статья, где не надо художеств, а там же надо художество. То есть, наверное, там все писали, конечно.
переводит на английский. Всяко разно. Почему у англичан есть, конечно, работы по проблемам перевода. Надо сказать, что они скорее более позднего периода. Дело в том, что английский язык, он всегда, так же, как и английская литература, они всегда пребывали вот в некоем таком состоянии, когда они смотрели на всех остальных свысока. То есть, да, их литературу, их поэзию, пожалуйста, переводите, но это не значит, что они с удовольствием переводили на английский язык вот очень много. У них нет вот такого, что имеем мы. Мы имеем действительно очень давнюю традицию и не только поэтического, но и художественного перевода в принципе, которая очень укрепилась в 20-м столетии, особенно вот после проекта «Всемирная литература», это под руководством Максима Горького, проект, который был запущен в 1918 году. То есть вот те результаты, которые мы имеем в сфере художественного перевода и поэтического в том числе, они без прецедента, пожалуй, что ни в одной другой культуре такого нет. Поэтому если уж изучать поэтический перевод, то, скорее всего, по нашим работам, по работам наших переводчиков. Ну, еще остался вопрос, Чуковский плохой перевод. Да, по поводу Чуковского. Вы попробуйте. И раз уж вы так, кто вопрос задал, хорошо знаете английский язык, посмотрите его переводы из Уитмена. Это, по-моему, чудовищно. Но я не соглашусь здесь, там есть неплохие. Ну, может быть, там пара строчек есть хорошо, но это неадекватные переводы. Кстати говоря, вот я назвал это слово «адекватный перевод», это как раз вот уровнем выше. Ладно, нарисовали лошадку, но это должна быть примерно такая же лошадка, какая была в оригинале. Эта лошадка должна быть примерно той же масти, точно примерно так же горцевать, то есть в конечном итоге выполнять тот же, примерно такой же функционал, какой выполняет оригинал. То, что Наталья Александровна говорила, что то, что передать то, что почувствовал переводчик, как читатель, как это на него подействовало, какой эффект на него оказало, и вот чтобы его перевод, который сотворит переводчик, хотя бы на него оказал примерно такой же эффект, такое же влияние, в надежде на то, что и на читателя его перевода будет произведен такой же эффект. Примерно такой же эффект, как и... То есть задача, чтобы перевод выполнял примерно тот же функционал. Так. А как этого добиться, это уже другой разговор. Но для начала хотя бы... чтобы форма была примерно такая. Ну, в некоторых случаях точно такая. Ну, точно такая же не будет, но, да, вы видите, даже ямб, наш ямб русский не соответствует абсолютно точно английскому. Ну, хотя бы, чтобы ямб был ямбом, хорей хореем, дольник дольник. И так далее. Трехсложник трехсложник. Еще вопрос. Спасибо, Сергей Анатольевич. Просят... поподробнее рассказать, как присоединиться к вашему семинару поэтического перевода или художественного перевода. Может быть, вы мне дадите контакт? Да, да. Ну, пожалуйста, а вот я просто продиктую, можно и не писать мне, конференцию. Ну, я не ссылку, там, может быть, ссылку там потом староста пришлет, номер конференции. Запишите, Александр? Но это то, что вы мне давали? Ну, да, да, 2.45 и так далее. Есть? Это мне надо посмотреть, куда. Ну, запишите, проще, быстрее, что там писать-то? 245-573, да? Да, где напишите? Так, если... Ну, можно в чат вывести. Ну, вот в чат, боюсь, что здесь у меня нет подключения к чату. А, ну, нет и нет. Ну, можно на словах сказать, еще раз продиктовать, кто хочет, запишет. Давайте я тогда действительно продиктую. Это Zoom, конференция в Zoom,
245, номер конференции 245-573-11-65. Еще раз, 245-573-11-65. Это номер конференции. А пароль 123456. Правильно? Да. Да. Пароль для банковской карты. Но надо этот... Надо время знать. А как я нам сказал время. Понедельник, половина восьмого. А, все, понедельник, половина восьмого. По крайней мере, вот в этот понедельник мы собираемся, и да, пока ничего не изменилось. А чтобы получать рассылку обсуждаемого текста заранее, немножко хотя бы, ну, нужно связаться с нашим старостом. Появится или там... Ну, я думаю, что когда присоединятся, ну, то да, тогда там все вопросы... Тот и спросит. Да, можно решить. Да. Да. Так, еще какие вопросы у кого остались? Больше я не вижу вопросов. Тогда все, наверное, на сегодня. На следующей неделе у нас будет семинар французский. Об этом я сообщу рассылкой. Вот. Да, может быть, кто-то из тех, кто нас сегодня смотрел и слушал, уже прислали свои работы. А сейчас после комментариев Сергей Анатольевич решил переделать свою работу. До пятницы можете прислать, я и заменю. Так что, если это будет полезным, ну, наш семинар, мы будем только рады. Так, спасибо за семинар. Мы очень рады, что вы пришли. Спасибо. Так, ну тогда все. Спасибо большое. Спасибо большое. Угу. Тогда мы заканчиваем наш семинар сегодня. Так, а мы так и не начали.